Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я хочу вместе с вами обсудить патчи от бренда Blom. Blom — это инновационный бренд, который создает патчи с микроиглами. Как я уже сказала, данные патчи сделаны по технологии микроигл. Сами микроиглы состоят из гиалуроновой кислоты, которая потом будет полностью растворяться в вашей коже. Примерно на 1 квадратный сантиметр приходится 100 микроигл. То есть всего в патче от 600 до 1500 микроигл. Вы себе представляете? Сами микроиглы состоят из гиалуроновой кислоты, и потом они полностью растворяются в вашей коже. Собственно, вся фишка заключается в том, что так как патчи с иглами, то, соответственно, гиалуроновая кислота проникает глубже, в более глубокие слои кожи и там, соответственно, работает. Также за счет игл производится механическое воздействие, улучшается микроциркуляция крови в тех местах, куда вы нанесли данный патч, и, как уверяет производитель, то вырабатывается новый коллаген. Данные патчи нужно проходить курсом. Всего в упаковке 4 патча. Каждый патч вот в такой вот упаковочке. И патчи нужно наносить примерно с промежутком 48 часов. То есть мы их наносим не ежедневно, а раз в 2 дня. Способ применения у них очень простой. Когда вы вскрываете упаковочку, вы находите сами патчи вот в такой вот прозрачной, в таком прозрачном пластике. Сами патчи голографического цвета. Вы когда их наклеиваете, то выглядите как инопланетянин, это очень забавно. И сзади на патче есть белый слой. Вот все, что вы видите черное, здесь находятся микроиглы. А белая полосочка – это белая бумага, под которой находится слой с клеем. Вы отклеиваете эту белую бумажечку, прицеливаетесь и наклеиваете патч на лоб или же на любое другое место. Обращу ваше внимание то, что нужно именно прицелиться и сразу же приклеить, потому что отклеивать патч и приклеивать его заново нельзя. Нужно приклеить с первого раза хорошо. Потом, когда вы приклеили патч, вы легонечко на него надавливаете, чтобы микроиглы глубже проникли в вашу кожу, и оставляете патч на 25 минут. В течение этих 25 минут можете заниматься всеми своими делами, но также желательно еще будет несколько раз пройтись по данным патчам и чуть-чуть понадавливать на них, чтобы иглы проникали все глубже. Когда вы снимаете патчи, потом у вас кожа будет немножечко красная, это абсолютно нормально, но в течение 5-10 минут у вас кожа успокоится и все будет хорошо. Лично у меня после первого применения морщина не ушла. Я говорю сразу то, что у меня есть большая морщина на лбу. Она вызвана тем, что у меня очень активная мимика, у меня очень подвижные брови. Я всегда, когда говорю, у меня как-то движутся брови, что-то с ними происходит. И, соответственно, в мои 24 года у меня здесь уже образовалась солидная такая морщина. И спустя первое применение морщина не ушла, но когда ты напрягаешь лоб и потом его расслабляешь, то потом морщина проходила быстрее. Потом с каждым применением результат улучшался, чуть-чуть улучшался и еще чуть-чуть улучшался. В итоге морщина стала меньше, она не ушла полностью. Нет такого средства, которое полностью избавит вас от морщин, к сожалению, такое еще не сделано. Но данные патчи помогут сделать морщины менее видимыми и уменьшить их размер, что, в общем-то, всегда полезно. На мой взгляд, данные патчи как раз-таки сейчас очень и очень полезны. Да, они стоят дороговато. Чтобы не быть голословной, я сейчас вам подпишу здесь цену, но это цена за одну упаковку, состоящую из 4 патчей. Но эта коробка вам заменит поход к косметологу. Те девочки, кто ходит к косметологу, вы знаете то, что поход к косметологу — это дорого, особенно поход к хорошему косметологу. И, как правило, одним походом дело не ограничится. То есть поход к косметологу и за те же самые процедуры по избавлению от морщин вы потратите гораздо больше денег, чем на одну упаковку вот таких вот патчей с микроиглами. Соответственно, хоть цена у них и не маленькая, но если делать пересчет на процедуры у косметолога, то, на мой взгляд, покупка патчей более выгодная. Также оговорюсь сразу то, что я не советую вам покупать данные патчи в складчину, например, с подружкой или мамой, и потом делить их там 2 патча себе, 2 маме. Я этого делать крайне не советую, потому что данная коробка рассчитана именно на, как минимум, на один курс, то есть на курс из 4 патчей. Если вы сделаете только 2 патча себе, то, соответственно, результат у вас будет в 2 раза хуже.
В общем, хочу сказать то, что на самом деле патчи действительно работают, они не убирают полностью морщины, но при этом вам все же данные патчи могут заменить поход к косметологу. Сейчас это очень важно, так как все еще длится карантин, все еще нельзя выходить к косметологам, но выглядеть красиво каждый из нас, согласитесь, все-таки хочется. Поэтому нужно сейчас вырабатывать самой хорошую базу по уходу за своей кожей, чтобы не бегать к косметологу, нужно самой искать различные средства, которые будут поддерживать вашу кожу в хорошем состоянии. И также, соответственно, нужно самой бороться с морщинами, что сейчас вы можете сделать благодаря патчам Blom. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!